В случае ЧП звонить 112. В Иванове в полную силу заработал центр обработки экстренных вызовов. Оператор поможет оказавшимся в беде, уточнит адрес и суть проблемы. В зависимости от ситуации передаст информацию пожарным, полиции, медикам или газовикам. За четверо суток здесь успели принять более 3500 звонков. С момента поступления звонка, принятия оператора, ожидание звонка 8 секунд при наличии оператора в смене, высвечивается карточка. В карточке будет в дальнейшем отражено фамилия, имя, отчество, номер телефона и также адрес местоположения, откуда осуществлен звонок. Это очень удобно для того, чтобы службы как можно быстрее оказывали помощь. Познакомиться с работой операторов прибыл глава региона Станислав Воскресенский. Чтобы убедиться в слаженности действий, губернатор самостоятельно позвонил по телефону 112. Это мы проверяем, спасибо. Екатерина Максимовна, стоим сзади вас. Спасибо. Главное, что мешает спасению граждан – ложные и хулиганские вызовы. Номер набирают по ошибке или маленькие дети играют с телефоном. Несмотря на это, оператор обязан ответить, а в том случае, если на другом конце провода молчат, перезвонить и уточнить, требуется ли помощь. Подготовку они проходят по 76-часовой программе в учебно-методическом центре, а также проходят психологическую подготовку. И дополнительно у разработчика проекта проводились занятия, дистанционно проводились обучения, а также на местах проводили разработчики этого программного продукта. На сегодняшний день в смене всего 3 работника колл-центра. Для эффективной работы требуется 17. К тому же в планах до конца года подключить к системе все районы области. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.